День ночь, друзья. С вами Егор Линч. Я журналист. Моя машина в сервисе. Если, конечно, это можно назвать сервисом. Что он делает? Он ждет его. Черт, он зашел туда. Совсем скоро ты станешь как я. А потом и вся деревня. И в итоге весь мир. Итак, меня зовут Джон. Местные называют меня чудиком. Нам нужен осиновый кол, чеснок, крест, серебро бы не помешало и святая вода. Будем вытачивать осиновый кол. Зачем тебе осиновый кол? Черт, отойди от меня, живо! Я слишком долго был вампиром, и кресты меня не пугают. Отойди от меня! Черт, чего же он не работает-то? А как тебе это? Джон! Давай бежим, бежим! Не время разбираться! Бегом, бегом, бегом! Черт! Что это было? Что ты в него кинул? Это была святая вода. Мне удалось достать ее. Здесь мы в безопасности. Чеснок повсюду. Надеюсь, он и вправду нас защитит. Не то что крест. Ну, знаешь, в интернете не всегда пишут правду. Ты видишь его? Нет, похоже, он отступил. В этот раз мы победили. Ты осину-то достал? Да, удалось немного достать. Отлично, этого, думаю, хватит. Тихо! Ты слышишь? Летучая мышь. Это Джейкоб. Он может превращаться в них. А я-то думаю, откуда такой наплыв летучих мышей? А это этот упырь. Все становится на свои места. Черт! Он на крыше! Ты слышишь? Ходит туда-сюда. Что ему нужно? Неужели он хочет проникнуть через крышу? Это невозможно. Еще раз повесишь свою дрянь у входа в мой бар, я тебе руки поотрываю, придурок. Это бармен. Да чертиков напугал меня. Вот тупица. Я ж для него стараюсь. Ладно. Нам надо дождаться утра. Сейчас выходить, ну, никак нельзя. Согласен. Будем спать по очереди. По 2 часа. И вытачивать кол. Уснешь тут. Ладно. Есть где подзарядить камеру? Да, давай сюда. В общем, 3 часа ночи. Моя смена дежурства подходит к концу. Очередь Джона. Поспать особо не удается. В дом вечно кто-то стучит. И кажется, что на улице кричат. Надеюсь, с жителями все в порядке. Джон всю ночь вытачивает кол для убийства вампира. Завтра пойдем в гости к Джейкобу, так сказать. Осталось немного продержаться до утра. Чувак, тебе обязательно все снимать. Прости, Джон. Это для моего YouTube канала. Тебе все равно уже пора вставать на дежурство. Ладно, все, вырубаю. Да где эта штуковина врубается? А, вот. Вот, собственно, и Линч. К
который говорил, что не будет спать. А теперь сопит, как младенец. Я его понимаю, сам вырубаюсь. Сейчас тихо на улице. Никаких топотов, стуков, криков. Все успокоилось. Я почти закончил работу над осиновым колом. А? Как тебе такое, Джейкоб? Эть! Да, думаю, ему понравится. Ладно, до утра осталось недолго. Не буду трогать камеру Линча. Так, уже утро. Нормально поспать, понятное дело, не удалось. Кол готов, есть еще. Зачем тебе крест? Он ведь все равно не работает. Пусть будет на всякий случай. Ладно, у нас есть святая вода, кол, крест и немного чеснока. Отправляемся к дому Джейкоба. Он, по идее, должен спать в своем гробу. Какое прекрасное утро! Ты готов поубивать вампиров? Да, я готов. Идем. Как-то пустовато на улицах, не замечаешь? Я замечаю только, что эти придурки поснимали мой чеснок. Вот чертовы идиоты. Стараешься для них, стараешься. Все впустую. Опять этот проклятый дом. В прошлый раз, как я сюда приходил, мне не очень повезло. Джейкоб меня чуть не схватил. Но сейчас нас двое, и мы вооружены. Так что все будет хорошо. Пойдем. Я открываю, ты заходишь. Да, давай. Пошел, пошел, пошел! Ну и где он? Гроб в той комнате. Аккуратно. Вот он. Ну что, Джейкоб, приготовься отправиться к праотцам. Что за... Его здесь нет! Там чей-то скелет! Скелет? Ты сейчас серьезно? А где Джейкоб-то? Не знаю. Где он может быть при свете дня-то? Ты знаешь, чей это может быть скелет? Понятия не имею. Черт, Адам! Быстро, в подвал, сзади тебя! Ты уверен, что туда надо лезть? Да, там был выживший, житель, Адам. Джейкоб держал его. Адам! Адам, ты как? Адам? Черт, его здесь нет. Только кровь. Он ждал. Он знал, что мы придем. Этот упырь умнее, чем кажется. Да, и что теперь делать? Где его искать? Думаю, мы должны позвать других жителей на помощь. Сами мы не справимся. Если они, конечно, нам поверят, что не факт. Да ладно, попытка не пытка. Надо попробовать. Черт, надеюсь, с Адамом все в порядке. Ну, ты идешь там? Да, иду. Начнем с гостиницы? Не, пойдем сразу в бар. Бармен тут уважаемый человек. Если убедим его, убедим всех. Бармен уважаемый человек? Ну ладно. Проклятие! Сколько кровищи-то тут! Ты только посмотри! Черт! Похоже, Джейкоб до них добрался! Да, а я ведь говорил, не снимайте чеснок! Меня никто не послушал! Черт! Неужели Джейкоб обратил всю деревню? Что же делать? Тут еще кровь! Это похоже на следы. Джон! Джон, иди сюда! Смотри. Кровь.
Похоже, она куда-то ведет. Надо пойти по следу. Может, кому-то нужна помощь. Ну ладно, светит солнце, поэтому идти более-менее безопасно. Там еще кровь. И еще, там еще. Это явно приведет нас к Джейкобу. Да. Это кладбище. И склеп. Ты знал про него? Да, слыхал. Но думал, давно заброшено. Ни разу сюда не ходил. Как думаешь, Джейкоб и жители там? Однозначно там. Надо туда идти.